душа моя косолапая, что болишь ты у меня кровью капая, кровью капая пыль дорожную. Не случись моя косолапая, ну что ж болишь ты у меня кровью капая. Здрасте. Это цыганская песня. Это было настолько здорово. Это было вот отсюда все. Это все, ну, то есть душа на разрыв. Аорты. Yes! Мы с Гришей даже выбежали на сцену, забыли микрофоны. Настолько увлеклись. Да, Юрий Михайлович, пожалуйста. Юрий Михайлович уже не может. Ему душа надо говорить. И голос у нее едины. Понимаете, она ритмичная, она пластичная. Она просто красивая женщина. Что я могу сказать? Да! Да! Сергей? Прекрасно, прекрасно, да. Сергей, как вы относитесь к романсам вообще, вот, цыганским? Обожаю. У них есть будущее у нас на эстраде? Ты знаешь, был трио «Ромэн». Вот, да. И после них больше, по-моему, никого вообще нет. Цыган. На эстраде. Уолтер, ваше мнение? Я могу сказать, что найти такого артиста, это почему я приехал сюда. Я чуть-чуть не заплакал, это просто... Как вы думаете, Нана одна из фавориток нашего проекта, да? Судя по вашим эмоциям. Да. Да? Ага. И с этой эмоцией мы вас провожаем с главной сцены. Увидимся чуть позже. Вам спасибо.